такой мусор получился после корчевки поросли. И ДТ-75 пробует это все убрать. Позбивать на кучу для дальнейшей перепалки. Вот такие кучи получаются. Затем кучи можно сжечь по возможности, а остатки уже убрать. Либо погрузчиком, либо вручную по обстоятельствам. Затем кучи пережигаются и остаются вот такие вот корни небольшие. Их придется вывести и все дисковать, подготавливать почву к посеву пшеницы. Все сгорает. Ну, в основном корни остаются большие, те, которые с землей. Убрали большие пни, неровности заглаживаем ДТ-шкой. Так вот все получается. Вот такие неровности заглаживаются. Дальше дисковка. Делаем первую дисковку целину. Вот так вот получается. После дисковки еще раз приходится собирать всякие корни. Половина бараны идет по новой целине, а половина по своей же дисковке. Взяли диагональ диску дисками АГН Y5. Вот так получается дисковка. Еще вылазят после дисковки даже вот такие крупные коряги. Ну немного. Еще пройтись, убрать. И поле практически готово. Закончили дисковку. И вот мы видим уже хорошее нормальное поле, готовое под посев.
Озимая пшеница. Поле первый год после корчевки. Пшеница выглядит хорошо. В комментариях позже напишу, сколько будет сыпать центнер с гектара.